Депутаты окружного совета депутатов Вячеслав Киреев и Андрей Яцишин проверили качество капитального ремонта зрительного зала культурно-досугового центра «Чистцовский». Строители установили современный акустический потолок, обновили сопутствующие системы, а также заменили кресла и напольное покрытие. Кроме того, в Одинцовском округе идет работа по созданию двух новых объектов культуры. Так, в 2023 году предстоит создать проект музейно-просветительского центра в Голицыно и утвердить план строительства Дома культуры в Усовом тупике на 505 человек.